Ну, проверь, братан, на себя. Бля, какой у него список большой игр. Ему есть что-то записывать. Богдан, глянь, какой у него список большой. Сейчас посмотрю, подождите. Ух, нихера. Ой, то есть... Ты думаешь, он не найдется игр какой-нибудь подклинить, подзаписывать? Блин, а как выключить это? Вот у меня типа написано запущено. Хотя я в другом аккаунте. А у меня ничего не запущено. Кто запущено, ничего не помню. Я, короче, не смогу сейчас. Понял, еще раз скажу. Я не смогу сейчас, короче, делать видео. Почему? Ну это. Он тебе обновление идет. Написано, запущено. Так, а ты на каком аккаунте? На своем чи на Никитином? На Никитином. Я его выйти с него не могу, потому что типа пишется закройте Counter-Strike Global Offensive. Прежде чем выйти из Тима. Вот это бредятина. Ну, так выйди с его аккаунта. Так ты шо, была там только что видел? Он может выйти. Игра запущена. Понял, глюк какой? Макс, а ты попробуй выйти со Стима. Идет выход. Вышла в тени. Сейчас тоже глюкнет, походу. Походу не вышло, да? Вышло, да? Алло. Алло, алло. Вышло с игры, походу. Запущено, походу. Значит, да, через диспетчер задачи и заверши задачу на Steam. Кстати, да, Максим, ты пробовал через диспетчер задачи на Ctrl-Alt-Delete нажать? Если завершить, что... Ну, завершить, получается, работу какого-нибудь источника. Какой-нибудь. Сейчас я подойду. А ты включил свой Steam? Этот? Steam включил, игру еще нету ты. Нет, я тоже. Steam мне включен, а игру... Все, прошел. Он CSGO обновил? Ну, не обновилось, наверное, так тоже. Лагает. А куда он ушел? Сказал, что не будет стримить? Он сказал, что сейчас я подойду. Ну, так что... Да. Я сейчас тоже подожди, кто это стоит, скажу. Быстренько. Да, в смысле? Что там так? Как оно может запущено быть? Почему я дебил это делает? Макс, зажми Alt, Counter и... Контр плюс Alt. Нету ничего. Ну, Steam, получается, выйди. Заверши задачу. Зачем? Ну, он должен снять, как бы, запущенную игру. Так это я только что вышел из него. И перезашел. Нет, Максим, это может быть глюк такой. В самой программе Steam. Ну, в ОБС, короче говоря, если так, как не в ОБС, блядь, а... Блядь. В Стиме, о. Глюк. Ну, что с тобой будет? Сниму мою задачу, ну и чё?
Ну, снимешь задачу, он должен заработать. У меня там такая же ситуация, говорится, была вот, тоже так вот, пишет нашу, говорится, вот, может, Богдана была, что игра загружена, а этого нет. Что, игра у тебя не загружена? Да, у него Макса не загружена, а... А если компьютер перезагружен? Мне кажется, одно и то же. Не будет одно и то же, Макс, может. Должно. Игра должна как бы выйти с нее. Попробуй, Макс. Что там, 3 минуты делал? Да, мы пока настроим у себя OBS. Че, я уже настроил все давно. Не, ну ночь я картинку добавлю сейчас. Блин, у меня походу сейчас интернет пропадет. Почему? Слышишь, Влад? Слышу. Он нажал мышкой выключить. Отключился, точнее. Так что я не верю, что у него интернет пропал. Чего? Я не верю, что у него интернет пропал. Слышал, как он мышкой нажал выключить связь. Типа, оборвалась. Он микрофон выключил. Да ладно, не может быть. Ну смотри на меня, видишь? А чё так тихо говоришь, подожди, сейчас? Мы говорим сейчас. Подожди, нет. Алло, алло. Алло. Ну смотри, выключи у себя микрофон. Алло. Ну и ты сказал мне выключить, алло. Нет, получается, ты как... А, о. Получается, Никита микрофон выключен был. Я вообще Никиту не вижу, где ты видишь Никиту вообще? Ну, когда Никита, Макс был в этом, вот так вот рядом с тобой был, у меня. Ну, не знаю, Макс выключился сам. Ну, значит, он сейчас перезвонит. Как интернет появится, он перезвонит. Ну что ты запустил? Да. Ну сейчас я тоже найду веб-камеру на Конорос. О, слышу, сейчас у меня вебка на КСке стоит. Так, народ, привет, если что. Мы уже на связи. Сегодня поиграем в CSGO. Вот. Чего? Вроде бы хотели втроем. Ну что-то, мне кажется, вряд ли будет втроём. Ты уже это, общаешься? Да. Всем привет. Да, на связи Владик и я. Точнее, стример 1011 и студия Sony South. Стример 1011 вообще-то. Да? А, 1011, правильно. Ну, буду знать. Так. Ой, я, наверное, сейчас включу, кстати, этот. Сейчас. Сразу игру, и пусть там играет музычка, там была как раз задним фоном. Правильно, брат? Чего? Пока мы загружаем, говорю, пусть играет музыка задним фон игры. А, ну давай, сейчас. Да, да, я включаю. Вот, просто предупредил. Что ты говоришь? Что я уже в игре. Буду сидеть. Я прошу разрешения. Ну, меня сейчас он я включил. Изображение. Какое изображение? Ну, картинку, что, непонятно. Что мне не загружается, к СГУ. Честно, братан, это реально было. Иметь свою какую-то комнату. Как специально, знаешь, так вот. Да, да. Капец, он так тихо звук, что ли, тут? У кого? А, ну тут стоит у меня громкость музыки на 10 и общая 12 громкость. Наверное, нормально.
Хотя все-таки нам чуть громче будет. Ну у меня все как бы на максимум стоит, но телек орёт нахуй. Ну, за слова такие. Кто вам не скажет за слова, кто ты? Пипец какой-то. Ага, ага. Да хоть на ногу, хоть на руку. Что за нарад? Чего? Че ты там крутишь у себя? Сейчас выключишь вообще меня. Я наушниках кручу. Ну наоборот, сделай погромче меня. Так я сделал тебя погромче. А, да? Ну ладно, ладно. Ладно, нас ладно. Так что, ты будешь заходить? Потому что Максим вот написано, играет в CSGO. А он что, без трансляции? Или подожди, а, это Никита. А, это Никита играет в CSGO. Ой, придяти. Сейчас. Раз, два, три. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы начинаем играть в CS. С братьями. Братьев я собрал. Вот один со мной. Всем привет. Да, второй подойдет там. Я тут немножко приболел, кстати, так что если что. Да, через пару минут. Вот так. Сейчас мы запускаем игру нашу. Игра загружается у меня. Ну, ты раз загрузил. Кстати, у меня 4 уровня аж танк. Ой, это танк, боже мой. Ранг. Ранг, да. Танк. И танк тоже. У меня там... У тебя 4, у меня там 3. Танк. Точно танк. У меня 3. Да, я тут. Ты тут? Вот у меня сейчас. Алло? Ну да, я тут. Это у меня сейчас это. Что? ТКС, черный экран стал, не знаю, что он. А, опять люки всякие. Да. Да, вот все, пошла загрузка. Алло, братан, ты да, тут? Тут. Так что ждем, че? Да. Че присоединяемся? Ждем. Ну давай тогда, если что, если он подойдет, то я думаю, он присоединится к нам. Позвоним. Давай начнем, потом. А, один раунд, так сказать. Ну да. Я к тебе присоединяюсь, правильно ты играешь? Да, 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 ко мне, да. Выбираешь. Так, ребята, мы играем Dust 2, тут что-то ну, обновилось у нас. 300 мегабайт аж было обновление, капец. Да. Да, вот все. Загрузочка у нас пошла. О, отлично.
У нас двое из пяти. А ты видел, да, сейчас? Что было? Что? Небольшой глюк, как бы Максим. Никита пропал, потом появился брат. А, не, не видел. Я сейчас увидел. А что это так было? Не знаю. Кстати, а вот ты что-то это... Опа, она не удалось. Что, вылетел? Не удалось найти игру. Сейчас, ребята. Блин. Так что, мне выходить? Так, подожди, я тут в скайпе, походу, что написал кто-то. В скайпе, да. Давно я уже в КС не играл, я уже и забыл как. Честно. Ну так как бы сообщение пришло. Ничего не делать. Ой, так мне выходить с этого боя или все-таки ты сможешь присоединиться, знаешь? Просто тут уже вся команда это на сборе, так сказать. Я понял, что вся команда на сборе. Нет, два человека свободно. За террористов. Хотя почему-то я. Ой, а я за террористов? Я тут понял. Ладно. Я за террористов. А ты можешь взглянуть у себя сообщение? Так, ребята, сейчас перезайду, потому что мне написали, а посмотреть я не могу. Сейчас. Я запутался, я вообще ничего не понимаю. Я уже забыл, где места для террористов, где я списал такие. Вот что значит давно не играл в КС. И поэтому меня и убили. Так бы я, может быть, еще одного человека. Ну качем, братан тут. Че? Значок поменял, скорее всего, но еще интернет. Где значок? Ну, в скайпе? Да. А кто сбросил тебе скайп? Он сам? Нет, ну смс как будто пришла, но смс-ки нету. Такой звук ты-дым. Ну знаешь, как сообщение приходит, сам слышишь. А кто, никто не написал, получается, но у нас звуки были, да? А, да, да. Это странно. Так, ребята, сейчас мы. Так что, я не буду в КС-ку сегодня играть? Так, братан. Шо, шо? Просто надо быстрее немножко. Ну, стрим. Ну, уже идет запись. Ну, так и начинай. Я сейчас, может, присоединюсь, нет? Надеюсь, это... Надеюсь, что присоединишься там, если я не присоединюсь, то ты мне будешь присоединиться. Что зря ну, потрачу время, получается. Да, ну, сыграй тогда ранг, если ты у себя, я у себя. Хорошо. А потом... Ты скажешь, вместе. Когда ты загрузишь игру. Хорошо. Ну, у меня уже идет потихоньку загрузка. Блин, у меня играет тормозит почему-то, первый раз такой вижу. Ты можешь меня? А у тебя скачка не идет, ты легко играешь? Торможу. Тормозит. А? У меня Steam может обновляться сейчас, или Skype. У меня тоже, наверное, Skype с проблемой с ним. Походу, конкретно. Тут какие-то сообщения в беседе. 4 штуки оно. Ну, от меня. Это все от тебя. Да, блин, тормозит игра, ё-моё. Ну, так сейчас ты в игре, я так понял, да? Да. Конечно. А, еще знаешь, какая у меня есть теория? Потребляет много. Новое
ОБС-ка. У меня какая-то тяга. А, у меня старая ОБС-ка стоит. Я-то не обновлял ее. Так это наш, у тебя, а не у меня, это проблема. Со скайпом. У меня идет, идет, по, ну, короче, идет поиск, а поиска нет. Я так понял, нет. Да нет, ко мне присоединяйся. Ну, к тебе. Ну все, тогда я выхожу, братан. Я не хочу себя затерять. У меня написано, что это ключ, идет поиск и все. Чего поиск? Попробуем еще раз, так сказать. Давай. Так, пишет, что ты еще не вошел, почему? Я вышел, зашел. А? Я зашел. Куда? В игру. А как я это присоединю? Сначала нужно, чтобы я был в твоей команде. Так, я уже начал бой уже. А, туда я, конечно, не мог присоединиться. Я только что сейчас нажал карту и начал... Чтобы вместе играть, нужно, чтобы ты добавил меня в себе в лобби. Только потом я смогу с тобой играть. Ты ж первый раз добавлялся в лобби перед тем, как... У нас бросилось, когда ты вышел с игры. А? У нас бросилось, когда ты вышел с игры, случайно. Понял? Не, пишет ошибку. Так, ребят, у нас опять такая же фигня, как раньше была. С игрой, ну как, скайп с игрой как-то чуть подтормаживает, потом может появиться, может не появиться, ну так что, такие вот дела. Так, у нас тут идет загрузка мира. Когда я вот сейчас видите, что-то появилось, потом скоро появится. На этом сбросилось, когда я нажал начать игру. Здесь у нас 8 раундов, 8 матчей до 8 побед. Вот. Может, я попробую еще раз посмотреть? Пожалуйста. Еще раз повторись. Сейчас, ребята. Может, у тебя есть такая кнопка, чтобы ты добавил меня? А как? Я уже в самой игре. Ну, в самой игре, может, кнопка есть. А как идти? Присылается от меня уведомление нужно такое. Братан, раньше как-то мы и без этого обходились. Ты что, ты сейчас начинаешь? Я вот пока гружусь, ты ж можешь ко мне присоединиться сейчас. Ну, я же нажимаю присоединиться, а мне говорит, это ошибка. Так у меня тоже писала ошибка. Ну смотри, может, у тебя в твоей команде уже все заняты. За это мне идет. У меня 9 на 9. Ну, все, значит, пипец. Мне тоже, да, давай сейчас. Как и в прошлый раз, да. У меня сейчас начинают чуть-чуть подтормаживать. Именно игра или что? Именно игра вот сейчас. Вот, конечно, что ты сейчас в игре играешь. Я могу наблюдать, смотрите. Да, я тоже к этому, но еще говорю, у меня сейчас... Так ты выходишь или будешь играть на втором? Я ничего не нажимал, потому что я как ждал тебя, кого ты зайдешь. Зайдешь ты вообще не зайдешь. Мне раз... Не удалось присоединиться к сеансу, потому что он заполнен. Пожалуйста, повтори попытку. Понятно. Ну я ждать буду очень. А я сейчас тоже выйду заново присоединиться. А, да? Попробую выйти, да. Я вот нажимаю Escape, чтобы выйти, но у меня что-то на нет.
подождать. Подождать, пока ты ищешь что-то. Да. Вот у тебя обновление, да, братан? Только хуже делаю всегда. Ну, понятно. Это вообще работало теперь. Все так нормально. У нас есть ребята обновлениями, может быть, хотят людям компьютер слушать. Да это точно. Иногда так кажется. Сразу все из строя выходит, когда обновление обновляешь. Ну, вот-вот. Как бы специально. Если об этом. Кстати, я согласен. Где-то здесь. А в Москву идет сообщение. Ну что, вышел уже? Нет еще. Да, вот пытаюсь что-то на это. Но у меня ничего не происходит. Как бы. Транслятор запись не вылетел. Вроде все нормально пока, да? Здорово, Гарри, отстань. Как бы. ОБС. Не свернул эфир свой. Я сказал отстань. Алло. Че? Ну а тебя как нормально? Ты сейчас. В менюшке, наверное, сидишь, да? Ну да. О, вышел ты с игры, походу. Точнее, с секса. С боя. Вышел ты, Гриш. Мне показывает, что ты вышел уже, да. С игры только. Сейчас меня чуть прогрузит, он у меня так. Меня, походу, отключили, да, но у меня картинка. Я как бы еще наблюдаю за кем-то, за каким-то игроком. Написано, что ты просто сейчас в лобби сидишь, в меню игры. А музыка играет, да, вот сейчас. Сейчас вот отвисло что-то чуть-чуть. А чё ж так сильно тормозит, блин? Вот он, я не знаю, с чем это связано, вот реально. Я догадываюсь. Обновление? Ну, да, наконец-то мы добавились. Ну да, обновление. Всё, братан, мы опять вместе, так сказать, бандерим. Ой, а что ты отключил меня? Так я на плюсик нажал. Плюсик такой был. Ну давай еще раз. Присоединиться. О, все. Давай, братан, раз, не спеша, да, не спеша, пофигу. Раз, раз, раз. Первый, я второй. А ну, скажи не вычеркнуть. Hello, my friend. Так, микрофон скажи в этого. У меня нормально все, у тебя. У меня не показывает микрофон, потому что в беседе вот этой, которая у тебя вверху там где 2 из 5. Аж микрофон ты должен, когда говоришь, нужно показывать. Отключить. Да при чем скайп? Смотри. Там через Zepo могут. Раз. Ну да, я видишь? Слышу тебя, да. Ну, а я тебя там не слышу. А я не знаю, на какую кнопку. На X или ну, у меня не на X, а у тебя не знаю. Раз, прием. Ну попробуй на Z или посмотри. Так я уже включил. А ну еще разочек. Hello, my friend. Ой, все, пошел, да. Теперь слышу. Так, все, пошли. Потише нажимай. Все, ребят, там мы. Все, ни пуха, ни пера. К черту. Все, ребята, пробуем. Загрузить. Сколько там времени сейчас? 22:13. Ну, наверное, братан, 23 закончим, да? Да. Да, да. Все, я спецназ выбираю. У тебя там уже середина прошла или нет? Мне только начало, у меня еще середина подключения.
сведения о сервере идет. Он за русского мира сейчас не пойдет. Алло, алло. Ты тут? Кто, я? Да, ты. Иной раз, братан, давай лучше как-то говорить, алло, алло, там шут. Да, я же так тебя слышу, и там, и здесь слышу. Нет, имею в виду, чтобы скайп у меня аж могут вылететь. Сам знаешь. Что вроде это. А потом бац. Сейчас на связи, да. Так, давай будем насчет как так. 1-3, короче говоря. Что 1-3? О, мне придется. Я за террористов, ребята. Почему? Так как там 10 человек уже. Жалко. Ну что, поиграем против друг друга. Ладно, давай. Сейчас бой идет. Счет пока 0-0, так как матч уже начался, а... О, братан ведет в счете. В смысле веду, никуда не веду. И, ну, команда имею в виду 1-0 пока. А. Что это такое? Без меня тормозит, это у тебя нормально. А капец, я только выбираю менюшку, меня уже глушат. Ну оружку, если так сказать. Оружку. Блин, зачем мне может так тормозить? Потому что меня не тормозит, брат. Они как-то быстро все происходит. А мне просто картинка дергается очень сильно. А у меня тоже не, я тебе бы сказал. Где-то 4, братан. Да нет, это из обновления, видишь. Ты заметил, как все быстро происходит? Да я вообще в шоке, моя команда выиграла, я пока поставил. Ну я тоже пока поставил, пока оружку взял. Да-да. Меня уже убили. Да, уже все произошло. Чё-то кричит там. Обновление, ребята, было все нормально. После обновления начинается. А ты знаешь уже, какой кнопкой перезаряжать оружие? А какой? Я тоже не знаю. Пец. Что? Меня огасили уже, братан. А, да, да, ребята. Правда, команда очень сильная у меня, оказывается. Счет у нас он уже какой. Меня уже два раза. А тебя? А ты еще живой. Ты один раз. И тебя два. А где тот чувак? Какой чувак? Ну, один чувак остался. Его уже нету. А, уже нету, да. Че, не видишь, что твой уже The Fort какой-то уже. Уже всех убил. Видишь, у меня только сейчас. Посмотри в табе у себя The Lord. Игрок. Не вижу такого. А, The Lord. Да, вот он. Вот он меня погасил. Ну, сам профессионал, то что ты делаешь. Вот, у меня уже 24% хлопнули. Я знаю, что мы же это... Хрена себе. Тебе там тоже чувак хорошо наебает. Ни хрена себе, тут каша малаша, блин. А где ты был? Да выходил с одного местечка, братан. Со стандартного. Кто точно не понимает, так это я.
Шо, братан, может, все поменяемся-ка? Может, поменяем? Как это можно сделать? Сейчас помощь, сейчас нельзя. Команду, что это, выйти можно в любой момент. А, выбрать команду. У меня спецназ стоит, что это? Нет, я имею в виду сервер. Ну, то есть, лобби 2, ну, ДУС 2, только что люди там другие будут. Не эти, которые сейчас. Опять загружаться, а потом в скайп пропадет. Тебе не жалко? Нужно ждать вот этого. Ля. Время много пройдет, говорю. Ты понял, да? Я только с тобой сейчас стоял разговаривал, у меня уже со снайперки гасили. В смысле? Вот так вот. Блин, ну да ладно, перейдем. Сейчас закончится. Что делать? А что закончится? Я уже сейчас. Уже вышел? Да. Окей, дождись, пока меня убьют тогда. Я уже вышел. Ты еще не вышел? Нет. Держи, я с оружкой бегаю. Ну, давай скажешь тогда. Я видел дорогу, выходи не с камерой, она только что убила. Я не касаюсь вам. То есть, когда тебе нужна была информация, меня это касалось. А теперь успокойся. Зачем так? Могу не взять. Нужно мне сделать тоньше. О чем ты? Под трибунал, после того, что вы в Киеве творили. Прежде чем передавать дело в трибунал, мне нужно добыть информацию о шефе робота. Ему интересуются. Меня убили быстренько. Ну, может, меня не убили быстренько. Получу, сегодня день без опыта. Ну ладно, я хожу. Давай тогда попробуем. Хотя бы минимально. Давай еще раз попробуем. Давай, я присоединяюсь к тебе. Видишь, как приходишь с игры, получается? Сейчас сразу выкидывается рука. Вот это жарко. Как будто мы не были вместе. Значит, получается, если я вышел, тебя выкидывают, что ли? Да не меня выкидывают, а, ну, с командой расформировал, ну, короче, братан, чуть-чуть позже скажешь, не в этом. Не в чем. Вот просто, да? Да, я чуть-чуть не понял. С одной стороны, понял, с другой, получается, если я вышел, то тебе команда меняется. Нет, я не про это не веду. Ну, формируется другая. Ну, это да. Я спецназ беру, если что. А, нет, спецназ нельзя брать. Террористы? Блин. Получается, да, террористы. Ну, я тоже террорист взял. А чего тут нет в игре, по-моему? Прием. А, есть. Прием. Слышь, брат. Раз, два. А на каком я говорю? Что? Слышь, в смысле, на каком? Ну, сейчас. Раз. Раз. Что, ты? Давай еще поговорить туда. Будем говорить туда. Тебе говорили они? Let's go, my brothers. Прием. Мой. А ты где? А ты где? Я стою вот в уголку. Чё ты там стоишь? Ну, на точке стою. Я короче, потихоньку иду. На карачках? Да, на карачках иду. Да ты стоишь. Значит, ты... Ого, ни хрена себе, тут взрыв был.
А где ты стоишь? Я иду на Б. А, так это я на Б. И меня сейчас убили. Мне 50%. Ого, а что ты туда поспешил? Я был сзади тебя и потихоньку шел. Ну шо ж ты? Вот так. У меня было полтинник, граната оглушила. А у кого интересно это как? А, вот все. Ну вот, смотри, где это там. А как запрыгнуть сверху? Это что люди запрыгивают? А разбег набрали. Братан сзади, смотри. Ты его видел уже, да? Мартан, а ты ж с бомбой или нет? Теперь да. Давай. Быстрее устанавливай. И текай. Или лучше охранять. А вон, Мартан, вон, с кустиком. Ребята, победа у нас в кармане. Ты им ничего не сказал, брат. Ребята, победа у нас в кармане. Ребята, победа у нас в кармане. Я буду повторять этого. Ха-ха-ха. О, кстати, у меня эта штука. Бомба опять. Это твою. Откуда? Меня с точки А запулили, братан. С точки А. Сегодня не везучий, братан, день. Слышь? Сегодня не везучий день. У меня вроде нормально. Так, а у меня ненормальный, братан. А у меня, я говорю, подвисает, подлагивает, непонятно что. Счет у нас 6-2. Убийство у меня вообще. Значит, 2. Подлагивает это, да. Ребята, с обновлением, возможно, будет подлагивать. Честно, ребята, это непонятно с чем связано. Но... Так что стримы вообще будут ужасно. Да, немного будет у нас игра глючить, если это, то извиняйте. Это ты где, на Б, по-моему, установил, да? На Б. На Б, да, ребята. Ты можешь смотреть меня. А я за тобой слежу. С какой стороны, брат, выбирай, А или Б? Сидели на трубе. Вон на базе где-то тут сидит. В окошке. Ладно, туда мне. Ну в том проеме, братан, где-то это только внизу. Все, победа, братан, текай. Текай. А че текает, сама победа? Да текай, сейчас бомба взорвется. Ну вот понятно, дел. Вышли взорвать. Ой, а че он умер? Кто? Чувак рядом с тобой умер. Откуда мне видеть? А, на это да. А то, что видишь, месиво пошло уже где-то. Да, да. А тут же ж прострел на ту карту, на ту сторону есть, видишь. А меня из прострела убили. Уже? Нет, туда надо чуть-чуть. А, так говорю, не спешите. А я не спешу. Да, я заметил. Ты там где? Ой, меня убили. А где ты? Да в туннеле. Там же лестница. Окей, сейчас сделаем, сейчас посмотрю. Если успею, а вот. Да сейчас тебя кухню, слушай, где текай, наверное. Или наоборот, прорывайся вперед. А он там? Да. Осторожно. Блин. Вешаем позицию. Так видишь, я как раз с оружкой был с такой, что мог убить. А я его, видишь, на 48% поранил все-таки. Ну да. Ну нет, скорее ты больше снял, чем
48. Нет, я у него 48 поранил. Да, 48 оставил, да. Значит, на 52 поранил. Ну, короче, больше половины. Ну да. Это считается, что не считается? Не считается. Считается. Ну, нет, у меня 0, не 0 стоит. Капец, а чё так? Ну, у меня 3 смерти и по 0 ауту. Странно, да. У меня уже... Ого, у меня 2 убийства, откуда? Да, я заметил. 2, 1... Ни одна смерть. Счёт на... Ух ты, нихрена себе, брат. Да, уже почти конец. Что, наверное, забыл, как тут быстро все происходит. О, картошка играет в КСВ. Ну, это понятно, что за картошка. Картофан. Давайте с нас ждем. Тоже убили. Я буду смотреть на твои. Сейчас покажут мне там все. О. Вот ты где, да? Скоро там лучше тебе туда не идти. Там ты тут один стоишь, а там 4 человека. Слышишь? Я тебя вижу. 3 человека там. Так что лучше туда не иди. Сейчас к тебе чувак там придет. Готов его это встречать, да? Да, его убили, братан, можешь идти. Спасибо. Там снайпер стоит, слышишь? Подожди, а стой, стой. Там в окне снайпер стоит. В арке стоит. В этой? Да. А какой именно? Он к тебе идет, ё-моё, он к тебе бежит. Да, да, прям здесь он бежит. Сейчас. Вот, видишь, побежал. Побежал, побежал. А ну, пополнил хоть что-то. Да-да, он быстрый такой, охренеть. Не, ни хрена не попал. Это киберспортсмен. Ребята, сколько мы не играли? С 19 апреля. Мы? Ну, как бы я с 19 апреля не играл. Ну, я больше. Не, мы вместе в 19 апреля. Точно. Ну посмотри по последним моим. Видишь, сейчас счет еще сравняется, может. Какой? Ну, 5-7. 5-7. Сравняется. Да я не знаю, так что это морозит. Даже. Ого, снайперов, блядь. Масошки. Читерят, ребята, походу, кто-то читерит. Ты ж не спеши, братик. Где? Ты где там? Что где там? В арку пошел. Я да. А я в арку. Налево чи направо? Можно левой направо. С какую еще арку налево направо? Я какой-то стрелял, но она не попал. Они, блин, видишь как, дымовуху укинули, братан, за навесу. И всех мочкают. Братан, иди отсюда. Что там, пипец? Ну, не пипец, но заметил в то, что в той арке, там где я был, один есть. А в какой это было? Ну, по лестнице. Блин, сейчас будет. Блин, у нас мужик обрезали. Капец. Тебя замочкарили, да? Да, с ножака. А, видел? Два. Два на два играют. Стрельнул, блин, как с парашюта какого. Два на два. Да, два на два играют. Сейчас это, наверное, будет очень интересно. Миниган, короче, отстаньте. Все.
Братан, у меня... Играли, ура. Что случилось? Да, только у меня что-то тут. Еще будет? Да. Получается, аж правильно. Ну давай тогда что, выйдем от этого, на другой перезайдем. Ну ладно. Ну команда, команда не очень. Хорошо. Сейчас все время моя команда не нравится. Только ж помнишь, что надо в лобби будет обратно где-то. Оно все сбивается. Ты что ж дает? А я уже грузит, я не успел. Давай тогда, если ты еще не вышел, то... А я не могу, надо ж подождать, пока ты выйдешь. А я ж уже карта грузится следующая. Ну вот я туда буду ждать, пока выйдешь. Нет, если ты можешь, сейчас подключись. Да. А разве там место есть? Должно а, быть. Есть, есть. Так ты хотел банкомат у меня, да, уже? Мардан, я не успел включить карту. Тут самое жарко сейчас, похоже, братан. Ты за кого? А, честно, даже непонятно. Давай спецназ. Я спецназ выбрал. И ты тоже, да? Если я успел, то да. А тут разминка еще, так что спешишь. Не, все, я не успел. Или успел. Успел, да. Я успел. Я успел за террористов зайти. Разминка. Мартан, иди на базу нашу. А у меня тут красиво, прям дырка застряла. В смысле застрял в дырке? Ну, в смысле вот так вот, братан. Можешь перезайти, братан, я думаю. Я просто стрелял в чужого. Слушай, брат, и так вот. Перезайди в спецназ, пожалуйста. Через эскейп. Сейчас, наверное, дома. Алло. Если успеешь. А как я перезайду через Escape? Escape, а потом там есть выбрать команду, вот, второй значочек. Нет, ну что, ты знаешь, это, как это делается. О, все, ты со мной, отлично. А то у меня там хорошая ружка была. Я думал, ты хочешь со мной играть. Братан, понятно, что хотел с тобой играть, но... Зато твоя команда выиграла. Ты же сам играешь. Так, а где ты? Я тебя не вижу. А, вот все, нормально. Пошли, чё. Так. О, давай в ту варку, там где пожары всегда случаются. А? Ну ты в ту арку, понял, не? Я понял, да, но только я пошел по другой дороге. На этот пошел, да, или куда? Я же в арке. На Б, да? Я же в арке, тебе сказал. Ну я в арке был, там никого не было. Или ты про какой? Только что. Тут ты? Наикни. Где ты? В арке. Сколько их там? Я в арке наверху. Ты не по ступенькам не спускался. Я копнули. Где? Так много. Ну я тебе сказал, где я. Все, я тебя вижу, где ты. А ты это вообще, я что-то не очень понимаю. А, там где ты, все, я понял. Я туда пробежал. Но все равно ты, твоя команда выиграла, братан. Точнее, мы выиграли. Эти без нас все порешали. Сейчас тебя, наверное, убьют. А, не убьют. Что скажи, где он находится, я так можешь убью одного. Ну, вот прям ты к нему идешь. Мне надо срочно уехать. Ты чё своего бьёшь? Он с тобой бежит. Красавчик, ты убил, не? Брат. Mm-hmm. Красавчик, ты его убил или кто? Он убил. А, он? Ну, блин, ладно.
Ой, ладно. Ой, парень. Надо думать, как буду выбираться. Давай на балкон, как раньше, сделаем. На балкон, да, я не против. Да, ну там не были ребята, мы на балкончике. Да, на балкончике, не сюда. На балкончике тут сама разгар идет. Только не спеши, ты слышишь, а? Нет? А, нет, да. Да, слышу, слышу. Че, тут кто-то будет идти с нами, да? Да пошли потихоньку. Давай. Васпилс-Лазовский. Первую жизнь, чтобы никого пока. Отлично. Чисто, чисто. Вперед, вперед, вперед. Чисто. Вперед, вперед, вперед. Что, братан, низом по нём? Давай низом. Настоящий потом. Чисто. Чисто, чисто. Люди, один человек. Не про противников. Там никого? Где что один человек остался? Наверное, на Б стоит, да? Наверное, снайпер какой-то точно. Вот он был. Фух, я успел его убить. Как скример. Вам, ты меня спину прикрыл, да? Спасибо. Да, спасибо, братан. Если спиной у тебя получается выдержал как-то. Спрятался где. Фух. Страшное дело. И охранять. Балкон. Да, давай, наверное, попробуем, так сказать, потихоньку. Хотя он сейчас могут прорвать с балкона, если честно. Если будет человека 3-4 тут стоять на балконе. А нас всего двое. Ой, гранату разбивай, не? Просто так вот стоять. Ты... Ой, идёт. О боже мой. Капец. Это было быстро. Фу ты, блин. Что, тоже? И тоже, да, с автоматика. Да, блин. Чё ты не сказал, что там сидит за это... за лестницей? Блин, какой... Я не знаю, у меня пока загружалось оно. Ничего не успели. Зато, братан, видишь, не подтормаживает. Сейчас, да, нормально. Заметил, кстати. Да. А до этого что-то пипец был какой-то. Может, правда, что обновлялось там или стиль близко. 3-0 счет. И команда вроде, слышишь, братан, да? Так, не то, что в предыдущие разы было. Ну, да. Нету такого ничего. Хотя сейчас, наверное, мы проиграем, братан. Честно, брат, но если ты хочешь, можем закончить. Сколько там у тебя уже идет? У меня 45 минута. У меня 45 минута пошла. А нет, давай закончим раунд этот. Ну, давай, давай. Не имею в виду, что у меня уже 45, а час. У тебя сколько уже? Час уже? Не, я говорю, пусть час будет у нас стрим. Это у тебя сколько идет? Ну, сейчас перезайду, точнее. Я тебя спросил, сколько у тебя идет. У меня идет. У тебя час будет. У тебя тоже час будет. У меня 45 минут только прошло. Я же тебе говорю, пока закончим, понял? Да, ну если пока закончим, так у тебя больше будет. Ну да. У тебя больше будет. Ясно. Пока закончим, понятно, пока закончим, у тебя больше будет, чем у меня. Так, куда идем, как думаешь? Туда же я пошел. Хорошо, это. Я все туда же и все на правом, как танк. Еду, как танк. У нас уже трое хотя бы. Это не то, слышу, там чисто палят. Уходи. Там чисто палят. Все. Ух ты, не проносили. Это быстро было. За команда. Тогда молодцы. Ну, пошли прямо. Прямо это куда? Так, вот я прямо пошел.
Не вижу. Подпрыгни. Блин. Нет, я тебя не вижу, правда. А потому что уже в арке. В арке. Ой, меня уже докнули. Быстро я. А ты слышишь, вижу, что у меня сила там в арке вот идет. Хочу тебя, а карта показывает какие-то другие места. О, наконец-то. Честно, как можно отключить, чтобы от первого лица смотреть? Так что. А, вот. Плюсиком покрути. Плюсиком, да. Слева я буду смотреть, как ты мышкой крутишь. Весь мир смотрит, братан, на тебя. Ты там есть что? Там? Да, есть два человека. Поэтому не советую выходить. Да, именно они проходят. Чисто, чисто, братан. Видел, как гасанул, да? Да, ужас. Они, блин, по-тихому работают. Такие, крысы. А? Именно с СТС. Вот там с палки так вот выглянул. Да, да. Втроем, как, знаешь, как в прятки играешь, так вот ты задеял вот так вот раз, mm-hmm. с одного угла посмотрел, с другого угла. Да-да. А сам как и сам. А он как раз сливается немного с этим. Согласен, да. С светом, да. Окружение легче чуть-чуть. Ну, все равно 4-1, братан. Счет. Сейчас опять выиграть будет 5-1. Короче, скоро закончится. Мы победим, надеюсь. Ну, я думаю, да. Ой-ё, блин, счет сравнился 1-1 сейчас. Какой 1-1? Один человек, имею в виду. А, ну поэтому да, а так. Ё-моё. Попал. Спецназрит победил. Да, а тот муж слил. Капец, я думал, он выиграет. А как он слил, непонятно. Я не понял, как. Может, на что бомбу не положил, слышишь? Может быть. Там, братан, честно, я не понимаю, как он там. Как считает. Я пошел в другую сторону. Да, я знаю. Не спеши ты так, ё-моё, братан. Ты там огонь, куда ты спешишь? Да, ты спрятался. Да. Фу ты, это снайпер там. Да, у меня такая же оружка была, как у него. Винтовка с одиночным прицелом. А, да? Да ты крутой. Только на такой, с такой лучше далеко не уходить. Ну, лучше на базе сидеть и все. Ну, вот я сейчас вижу, вот, ты уже убит, да? Да. Доктор. Доктор, посмотри, поищи доктора. У меня такого нет. В игре у нас есть доктор. А, доктор Клей, собачка? Да, да, да. Ого, у него оружие. У меня такое же было. Да? Да. Дорого стоит? Зайди в магазин, посмотри. Он называется дворник какой-то. АУК дворник написано было. У меня дворник был. А я не видел таких оружек еще, по-моему. Винтовки, братан, что непонятно. Наверное, самые дорогие там. Ну, на два пихоля у тебя хватит, если взять винтов дворника. Пробачте, мы програли. А, вот. Паук, по-моему, у нас. Ну да, красивая штука. А ты где сейчас? На балконе. Нет, а ты с аугом? Нет, я с автоматиком. А, ну ты с дворником.
Так не пугайте меня. Кто там? Блинчики. Блинчики пугают. Еще жив? Стоп, а... Блин, что-то в этом оружке мало патронов, блин. Да давно уже, блин. Я стреляю в него, он как мимо пули летит, так вот. О, ты с аукочком. Сборником, опять дворник. Дворник, иди. Что это за шоколада? Видел лицо у него? Так, ребята, извиняюсь, сразу приношу извинения за то, что сколько вот минуты шло, но звук был выключен, я честно приношу извинения, братан. Да уж, я тоже, извините. Просто тут настроечка вот есть, нажимаешь его без звука, да, оно... У тебя было включено? У меня было выключено. Что, еще минуту я снимаю? Я без, да, я снимал чисто тупо вот так вот. Без звука. Ну, ничего страшного, братан, ну, поснимаем немного без звука. Порассказали, ребята, да. Много чего слышали, как раз заодно. Чего? Много чего не слышали? А что тут там было? Убивать? Сегодня вообще не мой день, да. Только выхожу, сразу убивают. Что, братан, без звука у нас то нормально было. Опять с дворником. Да, ты мне слушай, скажи. Что сказать? Есть кто? Идет прям к тебе, бежит аж быстро очень. Фу ты, блин. Черт. Я рядышком с ним прям. Ну да. Пролетел. Быстро пролетел, да. 56% крякнул у него. Так, еще у нас уже 6-5-3, ребята, да. 5-3. Ну, так кажется, что эти люди на джойстиках играют. Скажи, брат. Ну, у них просто такие движения, как будто они на джойстиках. Но это как-то, мне кажется, неудобно. Слышишь, брат? А у тебя в Фейсбуке группа есть? В Фейсбуке, да, конечно. Вот это, которая студия Sonic. Да, и там намного больше людей у меня, чем. Не, ну это вот это, которая. Да. Которая ВКонтакте. Да, да, я ж про нее тебе, конечно. Придется мне там тоже забацывать. Ну, брат, там может не надо, это так долго ему. Сложнее, чем ВКонтакте. Ага. А что там? Ну там сложные настройки, сложные. Да не буду. Тогда не буду. Кстати, братан, там уже часик у меня есть. Часик. Алло. Часик есть уже, часик. Записи уже. Ну так сейчас же закончим, дай мы закончим. Или ты не хочешь? Уф, братан, она тоже кое-какие дела появились. Прям сейчас? Ну, прям сейчас, да, но только надо будет еще кое-что сделать. А, ты про Facebook хочешь? Да, да, да. Все-таки собрались. Ну, можно про Рубу, можно так. Аляну, что там, травориться сейчас. Ты, блин, а как так? Не знаю. Уже? Фух, что-то мы проигрываем или проигрываем? У меня минус один, а как так получается? Минус один это что? Что минус один? А, и правда минус один. Ты что, своего убил? Хе-хе-хе, я первый повижу. Ребята, что это такое? Минус один. Минус один. Вроде ж нельзя своих убивать.
Одночку. Ну хоть так лишь минус одну. Минус одно убийство. Один попадание, да. Ну хоть будем, ребята, знать, что это, потому что такое месиво, ребята, тут непонятно, где чужие, где свои. Чувак хотел 6-4. Еще два раунда на банан. Эх, а походу они сейчас так и догонят, слушай. Куда мы будем сейчас бежать, как знаешь? Братан, братан, честно, я не знаю. Может вообще на одном месте стоять? Я вижу. Где ты? Самым первым, блин. Да я побежал туда, в туннель тут, маленький. Там где ты? Ну не туда, куда я сейчас иду. Куда ты идешь? На балкон иду. Не тут. Я на балконе не был. Походу наоборот, балкон прорвали, да. А я в ту сторону бежал. Так что... Такое понятно, что не звучит. Что, как думаешь, сейчас будет 7-4? Братан. О, убил, красава. Сейчас у тебя будет один. Вместо минус один. Слышишь, братан? Да слышу, слышу. Осторожно, там чувак. Он тебя спину стрелял. Ну, мог сказать, чувак, а с чем, с какой оружкой уже? Да кто его знает, что видео живет, что ли? Ну, мог со спины там, наверное, с первого лица. Кстати, да, через камеру. Ну ладно, в следующий раз. А что, я выше тебя. Ну, то, что ты одного убил. Я, конечно, тоже одного, но я коряво убил. Нет, у меня стоит ноль, да? А что у тебя один, может, у тебя один вроде стоит? Ноль сейчас стоит. А, ну у тебя, видишь, попадание одно. Наверное, поэтому. Все, 7-4. Сейчас последний счет. Не, ну я, получается, одного как бы своего убил, а потом, наверное, это перетовалось на... На то, что типа чужого убил. Но оно не считалось почему-то. Братан, на старую мять точку. Че? На старую точку. Балкончик. Да? Привет. Ух ты, брат. Че там стреляешься во все? Слышь, братан, а если на правую кнопку мышь нажать, что будет? Прицел. Как? Что, у тебя нет прицел? Перезарядка туда. Че, никого не стреляют, я никого не вижу. Прыгай, увидишь, они же там внизу. Блин, снайпер, что ли? Да причем снайпер, я пришел как раз вплотную, и он меня убил. Не, вплотную посредственно. Блин. Вплотную к той точке подошел, там где обстрел идет. И он меня увидел и убил. Понял? Ну вот как с арки выходишь, как раз эта зона напрямик. Вот это где ты сейчас стрелял, стоял. Красавчик. Мне бы автоматик взять. Нет, это херовый автоматик. Нормально у тебя оружка, у тебя снайпер. А, один человек остался, чего я боюсь. Да. Можно, в принципе, идти прорываться. А, все. Ого, я под конец одного убил. Так, ой, и у даже. А у меня ноль. Хрена себе, у тебя троих, ты троих убил. Я же в конце подслочился. А мне тоже что-то и дали, но... Ребята, всем спасибо. Сейчас.
Так, я выхожу. Я вышел. Ты выходишь? Да, да. Да, я тоже. Мне тоже. Семью каждый день. И теперь с несколько. Мы вдвоем сопьем с ней. Проголодалась, Кирси? Алло. Кто это девочка? Чего? Так. Это... Народ, спокойной ночи всем. Дочка, хорошо поиграли, все хорошо. Было. Так, не поможемся. Подожди, стой. Стой. Чё? Чё? Точнее, запись. Не, пока не останавливаю. А чё? Ты что, плачешь? У меня немного подвисло, отвисло вроде бы как. Хорошо, я просто чуть раньше тебя. Просто я начал раньше тебя.